О! Предварительно одобрено. Еще и по 10,6. Мы определились с выбором автомобиля? Да. Добрый день, меня зовут Надежда. Вам требуется помощь в подаче заявки на автокредит? Нет, спасибо. У меня уже все одобрено, у меня все хорошо. Алло? Да, я подгрузил документы. Сколько ждать решения? 2 часа. Наконец-то одобрено. В смысле? Почему ставка 20%? Все-таки подадим заявку. Мне нужно всего 2 документа. Ваш паспорт и водительское удостоверение. Давайте попробуем. Пока я заполняю заявку, вы можете насладиться вкусным кофе. Поздравляю, вам одобрено на тех условиях, которые мы ранее обговорили. Подавая заявку на автокредит у нас, вы экономите свои силы и время. Вам понадобится всего 2 документа – паспорт и водительские права. Всю работу сделают за вас наши кредитные специалисты.